В первую очередь я хотел бы поблагодарить Сергея Кондратьевича и в целом Общественную палату Республики Абхазия за предоставленную возможность вот здесь встретиться, провести встречу. Для нас очень важно, потому что, встречаясь в Общественной палате, мы фактически встречаемся, ну, как бы перед лицом всего общества, потому что Общественная палата представляет наше общество. Это не то, что мы встретились бы где-то отдельно, это мы говорим о вещах, и наши слова гарантированы вот таким вот важным общественным институтом. Действительно, состоялся обмен мнениями по сегодняшней кризисной ситуации. Была озвучена идея, что необходим диалог для выхода из этого кризиса, что необходима дорожная карта и что эта карта должна привести к некому гражданскому договору, гражданскому согласию, что отношения в нашей республике должны быть в определенной мере переосмыслены на разных уровнях, на уровне политической борьбы, то есть культуры политической борьбы, на уровне законодательных инициатив, на уровне организации политических институтов и государственных институтов. И что если у нас это получится, этот общественный договор может стать новой вехой к созданию новых, более современных, более цивилизованных отношений в Абхазии. Была сказана такая мысль, что мы готовы не предъявлять друг другу никаких претензий. Все эти проблемы, которые были у нас в прошлом, это были проблемы, которые, ну, в определенной степени не зависели от нас, это проблема роста государства. Мы готовы, как это можно выразить, обнулить, что ли, эти проблемы ни вперед, ни назад, и с этого момента двигаться вперед вот, по новым правилам. То, что касается вот, конкретно, я хочу сказать, и кризисной ситуации, и митинга, и последствий митинга, и преследований по поводу этого митинга, мне кажется, эти вопросы мы тоже обсудили, они могут быть решены, и они должны быть включены вот в новый формат наших отношений. Давайте мы забудем претензии друг к другу, давайте мы будем думать о будущем. У нас были проблемы, люди просто так никогда на улицу не выходили, но главное это то, что мы должны это как-то с холодным головой трезво переосмыслить и создать формат для новых отношений в Абхазии. Мне кажется, это вот было достигнуто.